Всем привет! Вы на канале Трубка ТВ. И сегодня снимаю видео My Little Pony. Это такой малюсенький сериальчик, посвященный, конечно же, Новому году, наступающему празднику. И все вы рады, что скоро каникулы, я сама рада. И я поэтому сниму такой мини, так скажем, такой сериальчик. Ну, такой мини. И он будет называться «Неверящий в чудеса». И что ж, давайте начинать. Дорогая. Ой, да, дорогой, что случилось? Да, что? Что? У нас все готово к Новому году. Да, конечно. Я уже и всякие салатики сделала, и много вкусненького я все это сделала. Хорошо, хорошо. Так, нам надо наших дочерей позвать, а то они опять могут проспать Новый год весь. Помнишь, как в прошлом году наша маленькая проспала? Да, помню, Эпплджек она проспала. Было печально. Ну, ничего страшного. Надеюсь, в этом году она не проспит. Что ж, давайте, давай тогда позовем девочек. Пойдем? Пойдем. Так, Рарити, Рарити. Что мы опять будем праздновать этот глупый праздник Новый год? Ну, хватит тебе расстраиваться из-за какого-то глупого питомца. Что, и теперь ты будешь всегда не любить Новый год? Это не глупый питомец. Все, я не буду праздновать Новый год. Все. Как обычно, она расстроилась. Ну, видимо, потеря ее любимого питомца ей очень, видно, как-то поспособствовала на это. Ну, наверное. Хорошо, пойдем тогда к Эпплджек, пойдем. Ой, не понимает никто, что это не просто питомец, он мой лучший друг. Ой. И где же, интересно, сейчас мой маленький беззубик ходит? А, вот это моя фотография, где я с ним. Моя фотография. И наша игрушка, которую мы с ним вместе делали. Это игрушка с ним беззубик, это мы вместе с ним его делали. Я не люблю этот глупый Новый год. Из-за Нового года он улетел. Почему он именно в Новый год улетел? Тот и не вернулся. Но я нашла этому решение. Я сделала так, чтобы Нового года никогда не было. И у меня есть книга заклинаний, которую я взяла с библиотеки. Хотя ее нельзя брать, но я ее взяла. Потому что для меня зубик очень важен. Хочу сделать так, чтобы он вернулся. Или Новый год тогда не будет никогда существовать. Я так и сделаю. Доченька, иди за стол уже, Рарити. Уже даже твоя сестра пришла. И я знаю, как это сделать. Иду, иду, мамочка. Иду, 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 мама. Иду. Иду. Доченька, давай быстрее. Да иду, мам, пап. Ой, книжку только надо спрятать сюда. Да-да-да. Да, вот я села, да, да. Доченька, ты знаешь, что на Новый год надо радоваться. Привет, Эпплджек. Привет! Будем сейчас Новый год отмечать. Ура! Да, я прям очень рада встречать этот глупый праздник Новый год. Доченька, мы посоветовали с мамой и решили тебе подарить такого... Ну, дракона. Да не нужен мне никакой другой дракон. Мне нужен именно мой беззубик. Где он, мама? Доченька, ну не расстраивайся. У тебя будет много подарков. Новый год — это самый шикарный праздник. Все очень любят его. И все хотят, как бы, чтобы сбывались все мечты. Да никогда не сбывается. Только все портится. Этот Новый год, он просто глупый. Это самый глупый праздник в мире. Доченька, не расстраивайся. Ну что ж поделать-то? Да вот именно, ничего. Я не знаю. Я сделала так, чтобы Нового года не было. Вот у меня есть книжка. Убедите сладости. Фу-фу-фу. И я сделала так, чтобы Новый год больше никогда не существовал. Я прочитаю заклинание, и его просто не будет. Все.
так, доченька, не надо так делать. Ой, я эту книгу сейчас уберу, все. Убери эту книгу, или я ее выкину. Все. На Новый год надо радоваться и праздновать этот шикарный праздник. А не надо, как ты, вечно дуться из-за того, что твой дракончик улетел. Да он мне очень дорог. Глупый Новый год. Все, все, все. Фу, еды нет, фу. Все, все. Я сделаю так, чтобы отныне этого Нового года не существовало, а? И мне никто не помешает. Я возьму свою книгу и убегу далеко. Там, где мне никто не помешает. Доченька, ну постой, постой. Стой, дочь. Ларити, ларити. Она убежала. Ты не успела стынуть? Нет, она уже убежала. О, как же объяснить нашей дочери, что Новый год — это время, когда все должны радоваться? Я не знаю. Только чудо ее заставит поверить. Она в чудеса уже не верит. Да. Печально осознавать. Очень. Но, может, все же хоть кто-то ее заставит подумать об этом. Да кто заставит-то? Вот Беззубик у нее раньше был, вот он правда ей помогал, всегда ее поддерживал. Да, наверное, ей очень тяжело без него. Ну, мы ничего не можем делать, Беззубик такой один дракон. Ну, логично, да. Хорошо, она убежала опять в свою комнату. Я думаю, ей нужно побыть одной, причем... А еще пока Нового года нет, поэтому можно просто тихо ее оставить там. Хорошо, пойдем. Пойдем, Эпплджек, идем. Ура! Новый год, Новый год! Надо искать это заклинание, искать, искать. Но где оно? А, ничто не помогает! Я обязательно найду это. И сделаю так, чтобы этого Нового года вообще не было никогда. А? Что там? Ну, здравствуй, нелюбительница Нового года. Кто вы такая? Что вы у меня в квартире и в комнате делаете? Ха, видное дело. Мешаю тебе сделать так, чтобы ты не сделала роковую ошибку. А, простите, что за ошибку? И вообще, уходите, я позову родителей. Они все равно меня не увидят. Ну и кто ты? Я рождественский ангел. И что ты здесь делаешь? Я хочу, чтобы ты не испортила ни Рождество, ни Новый год. И что? Я хранительница этой книги. Ты ее просто взяла и украла из библиотеки. Будь добра вернуть ее. Ты можешь очень много бед натворить с помощью этой книжки. А вот и не верну ее. Что вы мне тогда сделаете? Девочка, пожалуйста, пока я говорю с тобой по-доброму. Существуют же чудеса, видишь, я же появилась. Ну, может, твой дракон вернется. Он не вернется. Он, наверное, погиб. И вообще, хватит, уходи отсюда. Это галлюцинация, я не верю во всякую ерунду такую. Еще с крыльями всякие летающие. Ангелочки, ага, уходи. Девочка, лучше не привлекайся со мной. Тебе нужны доказательства? Будут тебе доказательства. Я хочу уничтожить Новый год, хочу уничтожить Рождество. Это просто глупые праздники. Зачем они нужны? Они никакого счастья не приносят. Ты ошибаешься. Счастье, оно везде есть, даже в этих праздниках. Ну вот, что тебе в нем не нравится? Только потому, что твой дракон улетел. Из-за этого ты не любишь этот шикарный праздник? Ну, да, а что? Зачем мне любить то, что портит всем жизнь? То есть... Из-за того, что твой дракон улетел, испортил жизнь всем, понял? А вот мне она испортилась очень, и я хочу вернуть его очень сильно. А в этой книжке очень много заклинаний, которые помогут это сделать. Ты, конечно, извини меня, дорогая Рарити, но это не получится. Книжка не будет работать. Ты хочешь это использовать, чтобы просто Нового года не было? Новый год — это праздник, это хороший праздник. Зачем ты его будешь портить?
Ты же не знаешь, что с твоим драконом. Да, конечно, его уже нет. Что ты говоришь? Ну, да. Но у тебя, может, будет и новый дракон. Так, все. Это галлюцинация. Исчезни. Мне просто надо закрыть глаза, отвернуться к стенке и просто... Этого нет, нет, этого. Этого не существует. Все. Раз, два, три. Нет. Все, надо... Я же говорю, галлюцинация, галлюцинация, все. Нет, этого просто нету, нет, все, не существует, нет. Нет. Надо все же прочитать заклинание, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Так. Так, вот. Буря, явись, Новый год забери. Как ужасное заклинание. Как я люблю заклинание. Буря, явись, Новый год прекратись. Буря, явись, Новый год прекратись. Вай! Ну что я вижу, ты не перестаешь это делать? Зачем ты это сделала? Затем... что скоро не будет Нового года, и хоть легче мне будет от этого глупого праздника, толку вообще никакого нет он. Ты так думаешь точно? Ты думаешь, Новый год — это праздник, чтобы все веселились, чтобы все отдыхали? Первоначально это был праздник, когда все отмечали наступление Нового года. Конечно, сейчас все тоже это отмечают, понимают. Но больше всего все радуются, каникулы отдыхают. И пусть этого не будет. Что? Земля не остановится от этого. Кто знает. Испокон веков все отмечали эти праздники. Ты хочешь это остановить? Слава богу, ты не дочитал. Я уберу эту книгу. Нет, ты ее не уберешь, а вот уберу. Нет, нет, да, нет, да, нет. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, если вы хотите продолжения. И всем пока, пока-пока.